К другим новостям. С 1 декабря вновь увеличатся зарплаты отдельным категориям педагогических работников. Речь в первую очередь идет о воспитателях детских садов, сотрудниках внешкольных образовательных центров. Исполнение указа президента России обсудили на заседании Кабинета министров Чувашии. Поставленная в президентском указе задача поднять уровень доходов дошкольных работников до средней зарплаты по отрасли в Чувашии в целом выполняется. Согласно рекомендации Минобра России, в результате поэтапного увеличения в январе, октябре и декабре средняя зарплата педагогов детских садов должна составить 80% от средней зарплаты в отрасли образования. Прогнозируемая заработная плата в сфере общего образования на декабрь 2012 года в Чувашской республике составляет 16 038 рублей. После планируемого повышения заработной платы педработников дошкольных образовательных учреждений, которые планируем 24,1% в декабре, с декабря, с 1 декабря, она должна и достигнет 80% от уровня средней зарплаты в системе общего образования, и сумма средняя составит 12 830 рублей. Тем не менее, в отдельных муниципалитетах сроки не соблюдаются и цифры не выдерживаются. Министр образования назвал в числе отстающих Алатырские районы, город Алатырь, Урмарский, Янтиковский районы. С такими муниципалитетами будут работать точечно, строго контролируя использование адресных средств. В целом, Минобразование Чувашии к очередному повышению зарплат готово. В республиканском бюджете на этот год, на декабрь, предусмотрено 17 миллионов 170 тысяч. И данные деньги предусмотрены в бюджете. Соответственно, мы можем уже сегодня приступить к реализации данного постановления. В целом по году рост сколько получается? К декабрю 2011 года. Значит, достаточно высокий темп роста. Если сравнить среднюю зарплату в декабре 2011 года, она у нас составляла 7687 рублей. Средняя зарплата педработников. И в октябре 2012 года она уже составила 10400 рублей. Соответственно, прогнозируем сегодня на декабрь 12836. Михаил Игнатьев обратил внимание столичных властей на то, что обязательства по отношению к работникам дошкольных учреждений выполняются не в полном объеме, и потребовал максимально активизировать эту работу. Глава столицы заверил, что в декабре зарплаты дошкольных педагогов будут соответствовать определенному указам уровню. 12800 рублей. Получится все. Глава Чувашии также рассказал о договоренностях, достигнутых во время нескольких рабочих встреч в Москве. В частности, он отметил, что «Газпром» по-прежнему готов к сотрудничеству с республикой в плане социального развития. И задача Чувашии – погасить задолженность за голубое топливо как можно быстрее. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, «Республика».